Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Amazing Replay, первой серии. Сегодня с вами Никита. Всем привет, пацаны. Вот, у него ник Роберт Питбуль. Никита, кто не знает, это админ моего серии Relax RP, он третий уровень админки, короче. Да. Короче, сегодня мы поедем на ВЧ. Давно не было вообще ВЧ, давно не снимал, на стриме там ходил, а так не снимал. Тем более, со мной сегодня не сам как бы буду. Думаю, надо сначала оружие создать, я так думаю. Да, давай, мы давай. Сейчас выйдем на дорогу нормально, тут, блин, что-то качает тут нас вообще жестко. Да, кочки какие-то. По рельсам еще вы поедете, да? Да, она проедет, кстати, у нее подвеска хорошая. Ну, ладненько. Сейчас доедем до магазинчика, там перекресток есть. Мы поедем на ВЧ-2 или на какую? Ну да, на ВЧ-2, на ВЧ-1 не хочу что-то. Ну, она какая-то как бы большая, надо бежать, блин. 20 минут, блядь, пока добежишь до склада. Тем более там ФСБ частенько бывают. Угу, есть такое. Так, выходи из тачки, я тебе сейчас тоже дам. Так, да, так. Давай. Мы, значит, дигл тебе, да, дать? Да, давай, любую. Дигл. Сколько мне дигла? Главное, чтоб шмалять. Мне патронов сотку давай. На. Че, смотри, давай. Как я могу, смотри сейчас на мой пистолет. О, красный! можно красный передавать? Нет, ну ты понял, я в рулетке выйду. Ой. Иди сюда еще, да. Так, ссылку. О, комбат! 266. Сегодня будем шмалять. Да. Мне надо будет в аптеку заехать. Надо, блин, подлечиться. Вот у меня ХП не полное. Да, давай. И, бля, надеюсь, там продукты хоть есть, потом по сцене там продуктов нету. Кстати, на магазинке можно покупать по две аптечки. Ну, понял, с собой можно еще брать. Ну да. Вообще четенько. Смотри, вон нас забанили пацана в офлайне за развод. Где я не вижу что-то. Ну, вон там. А, я увидел. Ну, еще поезд, когда мы там стояли, проехал так четко. Смотри, этот, семерку продают с номерами. АВС, 3 семерки. Что? Семерку продают с номерами блатными. Ну, типа блатными. А за сколько? 500 000, нихера себе. Серьезно? И у него сколько? 100 000, по-моему. Да, у него госк 100. 120, по-моему. Ну, что-то типа такого. Ну да. Блин, у нас еще бензина так много, конечно, 38 литров. Но думаю, доедем. А я говорил, надо бэху брать. На бэхе 50 литров бенза. Какой? Я же заправлял. Ну, так я ее потом утопил. А я потом еще чтобы она починилась. И там же, когда топишь, 50 литров только дается. Да? Угу. Типа выливается, да? Я... Такой бах просто. Ну, знаешь, реалистично. Опа. Пиротехника. Пацаны, господи, кто их покупает? За GTR поставьте лайк. GTR типа... вообще топчик. Ага. Ух ты, это ну, я да. Уебашился. Так а что, ты молодец. Видел? Да. Уже дым идет, понимаешь? 640 хп. Сейчас репку купим, короче. Знаешь, в чем прикол? То, что машина целая, а дым идет. Ну да. Ну, бывает. У меня еще денег 400 рублей надо будет снять. Давай, я тебе дам. Да не надо, я сейчас сниму. Так, 5000. Блин, мне 2 года надо. В области. Теперь ты не сможешь деньги возвращать. Верну, не бойся. Не, я вообще говорю, типа, что я тебе буду давать, а ты не сможешь вернуть. Да смогу тут. А, да не, я в том прикол, что типа, ну, как бы ты не хочешь, чтобы я тебе деньги давал, я тебе буду давать, а ты не сможешь, понял? Мне обратно их скидывать. Я понял. Так, 1 из 4 опыта. Блин, надо быстрее, а то сейчас админу могут дать, блядь. Наказать, понял, за дым с капота. Это вроде бы садит на 30 минут, да, если не ошибаюсь? Я не помню. На 20. У меня такого да. Еще не было, кстати. Меня было. Так, сейчас в первую очередь починимся, наверное, потом я ХП себе пополню. А что тут зеленый. Чиниться можно? Я сейчас ремку куплю. Тут банкомат же есть. О, маску давай куплю. Так, маска дальше, там аптека дальше есть. Мы такие опасные с дробашами. В магазин идем. Видишь, баганый забор там был? Да. На мазинге тоже есть баги, чуваки. Да. Кто
не знала. Мне точно, мы по пути заехали. Блин, короче, мне как раз... Банкомат. Мне телефон купить надо как раз. Да. А вдруг сейчас блатной номер выпадет? Надо оплатить все штрафы. 27 тысяч. Ой, 21 тысяча на штраф. Сим-карта. Какую мне сим-карту сделать? Не знаю, какую хочешь. Какая свободна будет. Ну, давай ты предложи, а то я всегда какую-то... Сейчас, подожди, я батончик тебе куплю. Батончик. Где там, блядь? А, чипсы. Уже занят. Блин, какую мне сделать номер? Сим-карта. И... Кстати, чипсов можно бесконечное количество покупать. Ты знал? Ага. Я сейчас... Куплю себе, чтобы аптечку. Хотя сейчас аптечку. В смысле бесконечность? Купить. Я помню, что 10 штук можно купить. Нет, 10 штук, наверное, все-таки. Ну, это... Так. Блин, я не знаю, какой номер. Бля, почти знать. ХП полный. Ладно, поехали в аптеку. Ща, мне надо телефон купить. Любой купи. Я нечаянно пепси купил. Так, я понял, я купил телефон, но мне номер надо. А я, который выбираю, у меня, знаешь... Типа занятый? Да. Все, я машину починю. Да, занятый. Да давай потом купишь. Вояки нас уже ждут. Сейчас идем. Загашу все. Короче, о, купил номер. Че за номер? Там какой-то я не странный. Главное, что номер. Тебе, конечно, скин опасный. Страшно. Да. Все закажут. Все, поехали в аптеку сейчас, посмотрим, там что-то есть. Let's go. Сейчас бы с ФСБшниками, мне еще 6 звезд вообще в тему, да? У меня 2. Аптека. Да 50 рублей вход. Грабеж среди белого дня, блядь. Я даже не могу войти. Куплю бизнес, бюджет 12 миллионов. Сейчас ему продам таксопарк 12 миллионов. Че, серьезно? Да я шучу. О, продукты даже есть, нихуя. Да капец, я вышел. О, презентовал рано. Так, сколько я можно... сейчас тебе куплю пару аптечек. Можно купить 2 аптечки сразу себе. Так, я и маску сейчас куплю. Маску. Ой, я ничего маска. Ну-ка, руки вверх, быстро. У тебя наверху даже написано то, что ты одеваешь маску. Ну да. Погнали. Все, пацаны, на ВЧ. У меня... так. На ВЧ. Я не могу с магазина вы... О, вышел. Собьюсь. Блять, у меня нитро на заднем сиденье под моей жопой. Что? У меня нитро под моей жопой, там, под задним сиденьем. Да? А, ну да. Нормалек, да? Сейчас летим. Да не надо мне кири день. Наличные расходы. Наличные расходы. Так, мусора. Это моя дорога, сука. Меня подбросила. Надо наказать его. Да не стреляй только по нему. Да я не буду, я припугну. Ты ему колесо, походу, прибил. Меня. Заметил? Не знаю, что там заметил. Не, я тебе говорю, заметил то, что я ему колесо пробил. Ну, вроде да. Ну, что-то он так резко остановился. Дрифтер он, конечно, был. Окей, быстро сюда. Я не буду стрелять. Ты сдела? А, да, ты сдела. Бля, я хотел бы еще на... По нам! Назад поехали, там этот... Он стреляет по нам. Вояка стоял. Какой вояка? Там, ну, военный. Пиздец, взял колесо, мне проебал. Сейчас мне, блядь, деморган дадут за то, что я с пулевым колесом еду. А ты ее только починил. Угу. Он в дерево въебал. Ты патроны зря хоть его стрелю. Не, я не хочу его стрелять. Сейчас бы дрифти на, бля, пробитом колесе. ДЦП они и на Мазинге ДЦП, бля. Да. Так. И, пацаны, вы говорите то, что на Кирилле сервере баги там дофига, да? Но вот на Мазинге вы сами увидели то, что баги есть. Да ну это тут ни при чем. У Мазинга хоть, ну, репутация, как бы стаж, блин. А мы за 3 дня сделали сервер, блядь. Ну... Мы ради вас же открыли. Вояка, блядь. Стой, сука. Вот там ему деньги передают, твари этому. Надо. О, как хорошо. Иди сюда, тварь. Мочи эту суку.
Мочи его нахуй. А один патрон и все, ему хана. И еще. Убил его? Почти. Да этот пацан стоит тут, пошел вон отсюда. Поздел. Блять, ебаный свет. Ты тут, а? Ой! Он не умирает, сука. Че курва нахуй? Ну вот, блядь, не можем. Он в АФК вышел. Он вышел. Гаси. Ладно, полетели на лучше. Он не умирает! Все, я его убил. Молодец. Так. Let's go. Че тут еще вояка? Он в АФК стоит, ладно, погнали. Блин, только патроны потратил, ладно. Пиздец, я столько патронов уже потратил. У меня осталось на шотгане. Там вояка. А я вот так вот. Оп, эроинчик. Оп, на. Убил! Мне звезду дали. Я тоже у него стрелял. Ну ты его убил. Да, ну нормально. Вон вояка в машине. Иди. А, вот ты. Иди сюда, вонючка. Он в АФК вроде бы, да, он в АФК да. Стал. Минута. В АФК. Ладно, погнали. Кто навидел, что замес пошел и вышел в АФК. Маск. Он вроде бы одеть маску. Или маск как? Он... Просто маску. Киря, это мне приходится твою жопу спасать сейчас. Да. Иди сюда, скриншот сделаем. Встань возле меня. Сейчас. Да девай ты быстрее меня. Все. Быстрее, так. Пока никто не зашел. Подойди ко мне и встань, как я. Аним 5. Сейчас, аним 5. Все, let's go. Вот так, да, с дробышами. Сейчас. Сейчас бы вспомнить, как скринить. На F8 вроде, нет? Все. Всё. Всем пизда. Кто тут против меня? Так, FPS, лимит 90. Пошла жара. Я тут вот как батька стану. Let's go. Ты там перезарядку делай, когда мало батронов остаётся. Надо да тоже перезарядиться. Хотя бы батронов 500 бы украсть. У меня тут випка есть, я могу 1000 украсть, косарик. Укради. А, какой дил красивый. О, да. О. Я хочу себе розовый шотган. Реально, я задоню и, наверное, покручу рулетку, чтобы выбить себе цвет на шотган. А потом представь, только падает монстр. Да, или блок номера. Ну я вот реально, я готов задонить, чтобы выбить себе цвет на шотган. Да, ну когда бабки будут, конечно. Ой. Хотя бы рублей 200 задонить. Я помогу тебе в этом. Так, уже 250 патрончиков украл. Хотя я потратил уже 400, чтобы пока оружие это сделать. Надо хотя бы 400 украсть, чтобы окупиться. Блин, я нечаянно! Зайди. А тут есть... Да стой, тут никого нема. Ой, блин. Тут один вояка есть, я его сейчас... А, я не успел его убить. Убей его, убей. Он меня даже не увидел. Это, наверное, АФК просто. Да не, он там с пацаном разговаривает. А-а. С Рыжиком или с вояком? С Рыжиком. А-а. Наверное, советуются. Секретничают. Пацаны, за ВЧ поставьте лайкос. Да, давно, тем более, не было ВЧ. Тем более, я сегодня не сам, как бы. Но обязательно лайкосик влепите. Ну, и если хотите побольше ВЧ, пишите в комментариях. Капец, это знаешь, какая уже серия сейчас снимается? Какая? По-моему, 499. Это ты столько снял? Да, и на Амазин. И завтра будет юбилейная вояка. Серия. Иди сюда, тварь. Иди сюда. О, подзаходили, твари. Сюда, иди, чё ты? Иди сюда. Ой. Так. Оп. Стоять, сука. Я убил его, прикинь. Убит, почти. Я его убил. Тут новенький. Еще один. Yes, я убил его. Сосите, сучки. Патроны у меня на шотгане заканчиваются, плохо. У меня еще есть, но мне прикрывать твою жопу еще надо. Кто тут, а? Зашел кто-то? Нет. Кто? Иди, я тебе еще дам. Давай. Какой у тебя иди там? О, 366. Какой? 366. 366. Надо быстрее, пока нас вояки не заебашат.
Ай, блин, на. Все. Так. Давай зафулимся нормально сейчас. Да, давай зафулим. Вот у меня еще на дигле дофига патронов. Не знаю, мне больше нравится убивать вояк, чем фулит. Ну да. Ой-ой-ой-ой. Главное, чтобы сейчас ФСБ не приехал. У меня 6 звезд как бы. Нас двое, ты че, мы их положим? Ага, их 5 человек 20. Надо текать тогда. И будет городу текать вместо тебе пизда. Ну, кто тут выйдет против меня? Эти онлайн пацаны почти полные. Сколько время? Только сейчас даже часа дня нету, ебать. Тайм 12.51. Ну, вообще нормально. Скоро еще Payday. Для меня. Только не X2, блин. Вот я жалел, раньше выругал то, что типа X2 подарки там месяц был. Даже может больше. А теперь мне этого не хватает. Я уже хочу 30 уровень. Мне 28, я хочу 30. Так, 284 ID, да? 284. Угу. Ага. Что-то военных нема. Теперь все такие глаза накуренные у персонажа. Или не знаю, что он там увидел, смерть. У меня? Да, у персонажа. Такие аж деревянные как будто. Согласен, есть такое. А ты ж видел, как у меня скин, ну, заменка на скине стоит? Одежды. У тебя типа в этот в курсе. За на спине Мазин, впереди мой канал написан. И значок Ютуба. Да, да. И кроссовки другие, штаны бандитские. Да, 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 я видел. Вообще да. Четенько. Это когда ты говорил еще про скины, да? Да, кстати, скин для подписчиков тоже есть, чуваки, ссылка будет в описании. И на диски тоже ссылка будет в описании, если что. И на группу там, и так, на мой ВК, и так далее. Все есть в описании. Я пойду разведку посмотрю, что да как. У тебя хп, конечно, так много. Ты аптечку покупал? Да, две аптечки. Две аптечки. Ну, используй уже одну тебе. Да, хп. Понимаешь, когда стрельнут, то... Ай-яй-яй-яй, зайди, пожалуйста. Все, там один вояка и шел к нам. Да? Да. Используй аптечку пока что. Реалми. Во. Че там колись? Ты видишь, у меня одной ноги нет. Че там колись? Смотри, видишь, руки нет. Не понял. Ну вот, видишь, на скине руки нету. В натуре. И на ноге видишь. Лола, че так? Я раньше не замечал. Сломал я ее. Оторвали. Вояки. Вот. Когда шотган стрелял, оторвало. Гранату кинули, подорвался. Да-да-да. Кстати, блин, жалко гранаты не добавить. Конечно, это был бы пиздец, но я бы задонил бы даже. Они, кстати, есть, но они не работают, понял? Рецепты так, есть. Чоп, чоп идет набор. А? Я как-то в чоп южный... В чоп да, ну южный, южном там какие-то такие дауны есть некоторые. Не знаю, да, как да. Сейчас, но я, блин, давно просто не играл уже. Ну, как бы редко играю уже, не слежу за ним. Надо уже пофулимся этими даунами. Ну, на в южном, понял, там такие есть. Ну, там тут, в основном, блин, понял, какие дома перекупают, понял, отбивают. Да, их. Ну, как тут кто есть? О, какие люди. ФСБ, а, сука. Они стреляют, но... Они я стреляют. Вижу. Мочи его, нахуй. Блядь, иди сюда. Их двое. Надо выходить. Валим. Текай в городу. Блин, меня не чистит. Текай с места, тебе пизда. Тебя убили? Да. Я съебаюсь. Блин, я в тюрьме. Да? Чё тебе забыл сказать, удачи. Ну-ка, сколько? На, 50 минут. У тебя 6 звезд было, наверное. Да. У меня сейчас тоже 6 звезд. Бля, они за мной бегут. Сука, быстрее, хэтер, открывайся. У меня еще колесо пробито, сука, заводись. Бля. Ёбаный свет. Вали. Они не машину сломали. Короче, чуваки, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, все ссылочки есть в описании. Обязательно заходите на CRI и ждите новых серий. Всем пока-пока. Пока-пока.